Чувашии прошел республиканский этап конкурса под названием «Мой лучший урок». Более 30 учителей региона боролись за право представлять Чувашию на всероссийском уровне. Наши коллеги из Алатыря встретились с одной из победительниц республиканского конкурса. Первое место в конкурсе заняли сразу три учительницы. Среди них Татьяна Гурина из Алатырской школы номер 3. Татьяна Викторовна – преподаватель с 25-летним стажем. Сразу после институтской скамьи вернулась в родной город и исполнила мечту детства. Я решила стать учителем, потому что с детства хотел, чтобы мой класс был самым лучшим. И поэтому я выбрала такую профессию, как работа с детьми. Мой источник вдохновения – это дети, работа с детьми. К конкурсу «Мой лучший урок» Татьяна Викторовна готовилась несколько лет. Было несколько вариантов тем, подготовка шла основательно. В итоге конкурсным уроком стало интерактивное построение графиков при помощи компьютерной программы. И как результат – первое место. Это один из инициативных учителей, которые постоянно участвуют в каких-то конкурсах, достигают определенных успехов. Она была лучшим учителем, победителем конкурса лучших учителей России, выиграла грант. Сейчас это учитель высшей квалификационной категории. Сейчас Татьяна Викторовна готовится ко всероссийскому этапу конкурса в Москве. Но, как признается учитель, победа не главная. Важнее воспитать и научить новое поколение, которое будет умнее и образованнее нынешнего.